их практически принял обличие лича. Осталось выпить винище, но у костра вонище, и без раздумий покидает это днище. Надеюсь, что тебя не отыщет за тысячу, спускаясь все ниже, чтобы не видеть и не слышать тех, кто лежит, чтобы подняться выше. Но и в душе они обижены на жизнь, и в воде холодный по горло в ночи, не разбирая лиц их выбор, коалиция убийц, что служит полиции или же будут из провинции, чтобы добиться незаконно власти и не спалиться, кстати, ссадинами от плети старой бляди. А, блять, блять, зато прокатит вперед на пати, где все в отрате, но никогда ты в умате. Кричишь: хватит, сука, хватит, хватит. Сука. Не найдет покой в истории прошлого, рано смотреть на него тошно. День сурка, целыми днями кровать и стон, гон, медный таз и орбон. Чудак, оставляя на показ личное родное, если так уже сказать можно. Не осталось ни любви, ни жалости, одно понимание слабости, не говоря о старости. Подкидывая ложку дегтя в сладкий мед, напоминая о том, что не живут, а выживают. Оказалось, не то воспитание научило нагло быть, но не там, где этого ждут. Возможно, провести свой досуг помогает разговоры самим собой. Дело на ладан, дышит лица трезвым испуг, объясняет тем, что пожитки дряни все врут. Но ощущение, пока не встанет пульс, обращения нет и не будет ничего дельного в семью. Дело ведет козлу, ожидание их помощи стало все реже, и нервы из-за неуважения все к тем же.